Мы дожили, блядь. Какие-то локальные мемы, ебать, набирают просмотров, как хуяльные мемы. Ну давайте. Маргинал, хочу быть как маргинал. Философия добра, я хочу быть как маргинал. Ведь он татарин и на стримах собирает капитал. Он с китайцем проживал, покупайте вебинар. Я хотел быть как Сартр, быть как Задорнов. Я желал, но лучше всех Анатолий Мандельштам. Марципан, Мандельштам, Мандарин. Пояснит он за Дрегин. Афоризма Шопенгауэра, все он заучил. Знаешь, какая-то хуйня. Платона, медитации, Декарта. По себе, дует школьникам, чтоб что-то хоть понятно. Кастанеду не читай, особенно если ты сын. Пьет пару грамм на клык, тебя собака обосыт. Лучше могу, я спроси, а маргинал еще и си. Когда читает поэта Окси, серии валится с горы. Бля, мне не нравится этот трек. Сейчас, конечно, досмотрим, я лучше придумал. Нужен, сейчас. Та-т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 а. Какая-то поебень, не то. Сейчас. Досмотрим, но ладно. Надо не так вообще. Моргенштерн тайп бит. Вот так надо. Ну и именно тайп. Какой-нибудь такой, допустим. Сука! Убер! Сука! Убер! Давай! Нет! Ну когда начнется-то, блядь, заебали? Нужно, чтоб качало, нахуй! Блядь! Конфа! Ежи! Убер маргинал чмо! 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 Убер маргинал! Он чмо, но мы смотрим его стримы, да! Потому что мы такие же чмо, как он! Вот такая вот хуйня в нашем мире! Такая хуйня! О! Рифма нахуй не нужна нигде! Особенно на маргинальном стриме! Это полное говно и тотальный кринж! Все равно не такой кринж, как стрим с, блядь, с киевлянкой! Убер маргинал чмо! Убер маргинал чмо! Убер маргинал чмо! Убер маргинал чмо! Шкера! Убер маргинал чмо! Убер маргинал чмо! Убер маргинал чмо! Да-да-да! Убер маргинал чмо! О! Вот, теперь заебись модно, блядь. А это все какая-то хуйня.